Здорово, соседушка. Слышишь? Слышала новости свежие. Говорят, доллар скоро обвалится. Какой такой еще доллар, а? Ой, знала какой, американский, ну. Ну, так американцы, за него и переживают, а? А ты глянь, что у нас происходит? И что там по биноклю показывают сегодня? Да что ж я? Ой, соседка, глянь, вся округа наша на ушах стоит, а? Ой, ты знаешь, вот на ушах то не беда. Главное, чтобы не на бровях, вот, знаешь, вот так. Ой, ты знаешь, не знаю, не знаю. Шо? Вечера на то, знаешь, усё возможно. Да ты шо? Да, ну, пошли, пошли поглядим. А ну, да, пошли. Пошли, пошли, давай. Покровская ярмарка вас приглашает на веселые гуляния и разнообразные соревнования. И открыла нашу программу замечательная вокалистка Жанна Сорокова. В нашем городе третий год подряд проводится фестиваль народной патриотической песни, приуроченный ко дню защитника Украины, который также отмечался 14 октября. И сегодня участники фестиваля и победители порадуют нас своими талантами. И выступает сейчас Юлія Балакши. В той день, коли закінчиться війна,
І хлопці зручно повернуться додому. Паде на землю мамина сльоза за тим, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаєм, як горів Майдан. Крізь чорний дим Михайлівського дзвони. Кров наших побратимів на щитах. Із пулями смертельні перегони. Не сумуй, коли його немає. Помолись і поцілуй дитину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Господь оберігає тих, хто захищає Україну. В той день, коли закінчиться війна, згадаємо кіборгів, героїв України. Донецького летовища поклав своє життя волонтерам, ангелам добра. Низький уклін до самої землі. Їх допомога, як жива вода, нас рятувала у тяжкі часи. Батьківщину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну. Коли настане мир і тишина, у нашій ворогом нескореній країні, закінчиться війна. Не сумуй, коли його немає. Помолись і поцілуй дитину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Пам'ятай, Господь завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну. Есть у каждого родной уголок. Тех милением мы устали от дорог. И с друзьями там беда, не беда. И в колодце там вкуснее вода. Позвоните, позвоните домой.
вспоминай старый домик родной. Приезжайте, все станет вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все станет вдали, поклониться старикам до земли. Сто дорог у нас, домой лишь одна. Ты вернешься в дом, а там тишина. И старушка чья-то скажет упрек: опоздал, опоздал на денек. Позвоните, позвоните домой, вспоминайте старый домик родной. Приезжайте, все оставим вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все оставим вдали, поклониться старикам до земли. Память грешить. Эх, возьму-ка я гармошку свою, вам сыграю, старики, и спою. Эх, возьму-ка я гармошку свою, вам сыграю, старики, и спою. Позвоните, позвоните домой, вспоминайте старый домик родной. Приезжайте, все оставим вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все оставим вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все оставим вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все оставим вдали, поклониться старикам до земли.
човні. Выступление участников фестиваля патриотической песни. Вокальный дуэт Нона Ваяковская и София Трофимова. И по зелени вечори, и в гроші, и в урчі, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно блюз очі, але світься до човна, обіцяті та лошечі. Тобі сяде з доцілі до пусти.
и врезается в небо ночное. Возвращайтесь скорее домой. Быть любимыми счастье большое. Бачив я у чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти навесні, як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька.
хочу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо, мою ласку я чую, рідненька, як на тій чорнобривці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. На лавочці. Війні буде виступати. Побігли. Через несколько минут состоится церемония награждения всех наших вокалистов. А сейчас мы с вами немножко поиграем, повеселимся. Объявляется конкурсная программа. Приглашаем желающих мальчиков и девочек к нам на площадку. Итак, давайте подходим к нам поближе. Конкурс «Веселое яблоко». Сейчас наши кумушки дают вам в руки яблоко, и вы под музыку передаете его по кругу. Как только музыка останавливается, у кого в руках яблоко выпывает из круга. Так, поехали, передаем яблоко, передаем. Так, у кого в руках выбывает из круга? Поехали! Люблять нові українці і крута сардини. Ну, а я не проживу і дня без свинини. Без сальця то не життя, і любов не вирівся до пуття. От тоді є сила, як наївся до пуття. От тоді є сила, сало, сало, сало. Завжди його мало, а як ноги протягну, покладіть його кому. Сало, 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 завжди його мало, а як ноги протягну. Итак, в руках виходимо із круга. Же ти, хто їсть траву, бо з'їдають вранці. А хто сало вжива, то мій друг навіки. Сто літ навіть вигляда, справжнє чоловіко. Сто літ навіть вигляда, справжнє чоловіко. Так, так, далі їдем. Поїхали. Нет, у кого в руках яблоко выходит, а кто без яблока получает яблоко. Это яблоко в подарок. Сладкое, аппетитное яблоко. Итак, аплодисменты нашим участникам. А сейчас мы еще немножко повеселимся. Погода сегодня замечательная, солнечная, очень теплая, поэтому... Зажигаем, зажигаем.
молодцы, молодцы, весело танцевали. Вижу, мальчики у нас самые веселые, самые активные. Аплодисменты друг другу, давайте похлопаем, похлопаем всем. Так, все, кто нас сегодня пил, кто радовал своими талантами, пожалуйста, на сцену. И мы предоставляем слово начальнику отдела культуры Подгорной Елене Ивановне. Добрый день, дорогие терновчане! С праздником вас! С Покровом! В канун такого праздника, Покрова Пресвятой Богородицы, Дня Украинского Казацтва, Дня Захисника Украины, мы проводили конкурс «Патриотичные песни». И мне очень приятно сегодня вручить дипломы победителям этого конкурса. В категории 6-10 років дипломом за зайняте перше місце нагороджується Мельник Мілена. Перше місце в категорії 10-16 років дипломом нагороджується Киреєва Олександра. В категорії 10-16 років дуети нагороджується Ваяковська Нонна Трофімова Софія. Категорії 10-16 років за зайняте третє місце нагороджується Розказова Анна. В категорії дорослі за зайняте друге місце нагороджується Сорокін Сергій. Перше місце нагороджується Савенко Павло. І в категорії дорослі за зайняте перше місце нагороджується Балакфі Юлія. Участникам, участвуйте в городских конкурсах, принимайте участие в наших концертах, в наших праздниках. Мы всегда вам рады. Дали солодкі
Пісня України має душу, соловіну з нами грай.
свою зайшла, і вам несу пісню добра і щастя. Грай, музико, грай, бо кожна пісня України має душу солов'їну з нами. Грай, музико, грай, щоб розправляла сині крила, і у світ вона летіла, щоб співав. Ну еще буквально пару, ну, 2-3 человека помочь нашим детям, потому что испытания будут серьезные. Подходим. По одному, пожалуйста. Так. Вот какие у нас получаются команды. Здесь у нас в основном мальчики, а там в основном девочки. Так, кумушки тоже помогаете, наверное. Так, приготовились. Итак, приготовились по команде. Раз, два, три, начни. Только так, тогда начинаем. Итак, приготовились. Раз, два, три, начали. Так, кто сильнее. Давай, кумушка. О, какая кумушка сильная. Так, помогай. Так, молодці. Вона малий у брами перелазь, і не знає мати, як на світі гнать. Ви до світанку не даєте спать, і не знає мати, як на світі гнать. Ви до світанку не даєте спать. Так, кожен, помогай здесь, помогай. Так, давай. Все, молодцы! Команда, которая оказалась от меня справа, оказалась сильнее. Вас пытались победить, но не победили. Итак, аплодисменты нашим участникам. Теперь, пожалуйста, нам... И мы собирали. Молодцы. А вы орехи собирали уже? А каштаны? Молодцы. Так, сейчас у нас будет эстафета. Собери орехи, собери каштаны. Итак, пожалуйста, нам реквизит. Так. Сейчас. Один, два, три, начни. Вы должны будете собирать каштаны, орехи. Ваше ведерко, девочки, вот. Ваше ведерочко вот у мальчика. Потом мы посмотрим, кто же больше собрал.
там вон далеко до кого хотите закистанчик. Итак, приготовились. Раз, два, три, начали. Жиночка, так, жиночка, аж больше, да? Ну, конечно, сейчас проверим. Итак, пока без музыки. Итак, мальчики немножко быстрее собрали. Сейчас мы еще дальше разбросаем орехи. Ну-ка, расходимся. Как кошки, помогайте. Так, держите. Так, держите ваше ведерко. Вы ведерко с собой носите, чтобы больше... удобнее собирать было. Итак, приготовились. Раз, два, три, начали. Ты моя жиночка, жиночка горненька. Итак, кумушки, пожалуйста, возьмите. Так, где у нас Саша ведущий? Вот уж день к концу клонится. Скоро ярмарка закроется. Купцов здесь было немало. Много ценного товара. Осенью у каждого казака полный закрома. Чего там только нету. Кукуруза и пшеница, и подвал от овощей ломится. Своя картошка, свекла и морковка, соленая на каждой полке. Кто весной и летом не ленится, тот своим запасом гордится. А теперь, честной народ, становимся в хоровод.